Всем привет! Сегодня мы с вами будем декорировать свадебную открыточку в сиреневом, таком нежно-сиреневом цвете. Вот. Но сначала я вам покажу бумагу, из которой буду делать этот, из которой я собираюсь делать открыточку. Чуть-чуть не так сложила. Это бумага польского производителя Scrap & Me. Для нашего российского рынка она еще неизвестна, мало кто ее знает, но в Польше и в Европе этот бренд очень знакомый и очень хорошо себя зарекомендовал. Плотность бумаги 250 грамм на метр, она очень плотная, очень красивые принты, все коллекции изумительные. Прекрасно сочетается между собой фоновая бумага и бумага с принтами, листы для вырезания. Посмотрите, какая прелесть. Эта коллекция называется Middle Impressions. А вот набор состоит из 6 листов бумаги, и плюс дополнительно в этой коллекции есть лист для вырезания. Предлагаю посмотреть каждый лист отдельно. На обратной стороне ярко-зеленый лист, который можно использовать как и фон, и из которого можно вырывать листочки. Смотрите, какой красивый лист. Все листы красивые, все. Я еще когда увидела в интернете, я влюбилась. Прям очень хотела увидеть живую эту бумагу, ни разу не разочаровалась, нисколечко. Видите, какой мелкий, мелкие букетики. Вот здесь лаванда с анемонами. Ярко-фиолетовый, такой ягодный, насыщенный, сливовый даже, я бы сказала, цвет. А свою открыточку я сделала из вот этого листа бумаги. Ну, сделала с, ну, с этой стороны, но и здесь, на обратной стороне, тоже посмотрите. Какая красота. Это лист с деревяшками, всеми любимыми, но в основном у других производителей деревяшки либо горизонтально расположены, либо вертикально. Здесь же они расположены по диагонали, что смотрится очень интересно. И вот какой шикарный лист. И, конечно же, листок для вырезания, элементы для вырезания. Thank you.
Thank you.
Thank you.